решил немножко потестировать свой компьютер на тесте производительности в самой игре. Ясно дело, что компьютер гораздо мощнее, чем эта игра, то есть он с легкостью тянет, и тест производительности меньше 50 FPS он не выдаст. Другое дело, что просто интересно было посмотреть, ни разу не запускал, а на консольной версии, по-моему, этого теста производительности вообще не было, так что на компьютере интересно посмотреть на Лару со всех сторон, в лучах света, всю такую окровавленную, бедную, несчастную, забитую, прям такая вся из себя, нежненькая, которую вот хочется обнять, согреть, ну, понимаете, и защитить. Так, по-моему, ага, ну да, вот, смотрите, минимальный FPS 48, максимальный FPS 50. Интересно, почему больше 50 не появляется FPS? Ну, ладненько, на этом тестирование мы закончим. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и комментировать видео. Всем пока!